Борисович! Председатель счетной комиссии Власов КГВ. Поздравляю! Условно. Это путь, который должны идти обе стороны, понимаете, операция. Но вообще-то Россия, это еще и Толстой, это еще Чайковский, это еще Ландау. Это очень хорошо. А тебе твои годы уже... Что я иду на выборы абсолютно простым и понятным лозунгом. Путин должен уйти. Вы знаете, у меня достаточно много детей. Одна из моих дочерей, Настя, вот, которую увидели, свет. Свет надежды. Я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноагент. Мы живем в такой стране и в такое время, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Мы решили присоединиться, потому что действующий президент Российской Федерации, я так понимаю, замалчивает тему мобилизованных, проблем мобилизованных. Он игнорирует нашу боль, игнорирует наши бесконечные обращения. Ну и нам приходится искать выходы. В части экономики я немножко слабом. Но благодаря тому, что Андрей Алексеевич и многие другие коллеги... Добиваемся установления срока службы мобилизованных в один год. То есть, чтобы ни один гражданин в случае какой-то угрозы на нашу территорию, если вдруг нападут или еще что случится, очередное СВО, чтобы все граждане Российской Федерации были обезопасены, чтобы не случилось больше такой вот бессрочной мобилизации. Вот. И вообще я добиваюсь возвращения своего супруга. Сейчас девочки попросили место. А ребенка с кем оставила? Со свекровью. Ну, слава богу. Давай посадим, пожалуйста. Да, конечно.